Всем привет! Сегодня мы идем на аттракционы. Вот с Вовой и Ромой. Не смог снять, но было очень классно. Вот особенно вот этот спуск. Я уже перехотела сделать. Каменный лифт. Перехотел, да? Да, я перехотела все. Это легко. Точно не хочешь? А ты, мама, хочешь? Ну так. Это 360, но нет. Это не 360. Сейчас мы будем на вот этом кататься. Не хочу. Эмоции, да. После аттракциона. Самое стрёмное — это вот первый, короче. Да, согласен. Нет, сейчас очень тошнит прям вообще, еле-еле. Для вида, раньше мне страшно. На самом деле, мне не было страшно. Глаза закрывал? Нет, на самом деле, типа, в какой-то момент я их как бы открывал, так, достаточно секунд на 10, и потом опять закрывал. А тебе, мама, как? Ну, я, честно, хотела сделать каменное лицо, но не получалось. Да, согласен. Я просто вот так прессинговала, я такой, как больно, и потом отпускала вот так вот наверх, это такой кайф, но сейчас животик болит. А я пытался делать каменное лицо, но я с него смеялся, как он боялся, поэтому не смог. Третий аттракцион. Аттракцион был отличный, все кричали, мы тоже всякую фигню покричали, но... Хороший аттракцион. Мама, как тебе? Мне не очень понравилось. Я все время головой бился, просто там, ну, подушка. Потому что, короче, там какой? Вот, ну, типа, подушка тут, а я... И я не пробовала. Типа, здесь я все время вот так вот бился. Кстати, да, там вообще я чуть не вылетела из аттракциона. Мне по кайфу. Прям было прикольно. Самое стрёмное, это, опять же, самое начало, когда тебя бу-бу-бу. А еще очень стрёмно, когда тебя, получается, назад крутят. Вперед было не страшно, а назад мне стало страшно, когда крутили. Эмоции после вот этого вот аттракциона, который там 360, Вова? Мне очень понравилось, я все время был с открытыми глазами, это реально было очень круто, там и переворачивалось, и на бок, и не на бок, это было, ну, для меня очень понравилось. Ромчик? Было прикольно, но, блин, там такие крепления, они все туда-сюда ходили, очень было стрёмно, иногда закрывал глаза, было страшно. Лично мне очень понравилось, мы все там кричали, смеялись, ну, было... Очень офигенно. На каждый аттракцион они меня уговаривают. И каждый раз получается так, что я жалею о том, что я согласился. Да, и сейчас мы идем на самый страшный аттракцион, как я думаю, это вот эти огромные американские горки. Пойдем, этот билет мы лучше не будем. Пойдемте обратно. Офигенные горки, они просто, они огромные. Мы хотим еще раз ходить. Просто лютая скорость. Вовчик, очень рад. Рома не хочет.
принципе, я могу с ними сходить, но я не хочу больше тратить деньги. Раз сходили, просто офигенно. Тебе Рома сходил. Это реально ебал. Вот. Просто эмоции самые лучшие вот после этой. Вот. Первая, вот вообще, первая вертушка, и, короче, такая же. Вообще, ну, типа, не сравнится. Прям этого прям... Ну, мне тоже, я второй раз был, ну, конечно, сзади, но ничего, но там тоже было очень круто. Я видел там Газпром-арену, там, и кукурузу, ну, там, вы поняли. Ну, там очень прикольно, что, ну, все, 5 сходил, круто. Я, кстати, в школу. Дива остров, имба. Пошел дождик, красивое колесо обозрения.